КамАЗ 65-115, самосвал 16-кубовый, задней разгрузки. Двигатель Каминс, 6 ASB, 30 лошадей, коробка ZF9. Кабина железная, панель Евро со спалкой. 12-й год, цена 1 800 000. Вот такой вот красавчик, он по наличию. Такие машины у нас бывают очень редко, потому что мы все-таки шассики, да, мы в большей степени собираем, но самосвалы очень редко. Тем более по наличию, тем более с пробегом. Тем более. Также подходит и по лизингу, по безналу, по наличке. Но за наличный расчет его цена 1 800 000. Еще темнее. Снял в темноте, потому что будем отгружать сегодня магаданцев. Поэтому думаю так. Ну так, друзья мои, вот такой вот аппарат есть. Имейте в виду.